никакого материального интереса. Все держится исключительно на энтузиазме участников. Их четвертый фестиваль «Киномур» собрал аж 27. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. И почти половина заявились в новой номинации «Лучший патриотический ролик». Победителями в ней стали сразу трое. А вот среди полнометражных фильмов никого. Потому что в этом году таковых работ не представили вообще. Жюри надеются, что связано это не с ленью участников. Короткое сделать гораздо труднее, чем длинное. Длинное всегда трудно резать, потому что это уже родилось, это уже появилось. И резать, и монтировать кадры, выбирая самые-самые, что ни на есть, а бывает, что отличные кадры уходят просто в мусор, потому что они не подходят. Больше всего наград, целых три, в этот вечер собрала Юлия Руденко за игровой фильм «Семь минут из жизни женщины». А вот любимец «Общий спорт» Мэнда последним оставался незамеченным. Зрители недоумевали, ведь именно эта работа за 10 дней набрала более 2000 просмотров. Но для Игоря Молчанова организаторы берегли самый ценный приз – настоящего журавля амурской осени. Получая его, актер и режиссер в одном лице был краток, что в стиле настоящего супергероя. Хотя популярность своей работы осознавал вполне. Людям нравится, когда добрые люди спасают, допустим, там котенка спасают, там ребенка от машины. То есть это очень позитивная история. Я думаю, мы будем снимать и дальше. Мы планируем еще как минимум 5 серий осенью снять и на следующий кинофестиваль показать. В завершении церемонии организаторы пожелали участникам и дальше снимать качественное кино. Тогда журавли будут оставаться в Благовещенске каждый год. Регина Сорокина, Андрей Белый, программа «Город».